знаменитая Дерибасовская. Куча групп, туристов, гиды. Тут группа с гидами, там группа с детьми, то есть с гидами, с туристами. Прикольно. День семьи, любви и верности. Oh,
Голубка. Шарки. Как будто искусственная стоит, даже не шевелится. Сердечками все. Поиздевались над лошадкой. Пони. Жираф. Бедные лошади, блядь, как их мучают сильно. Так и да, я на Дерибасовской. Одесса. Не хотите заходить? Может, тогда повисите тут вместо меня? А я сама полюбуюсь на всех этих восковых товарищей, чтобы они мне были здоровы. Граждане товарищи, осмотрите фигуры, наберите из культуры. Везде музыка, много людей, просто прекраснейший город, приезжай. Красотища сотворили. Даже этого не было 2 года назад. Та самая Потёмкинская лестница. Самый красивый вечерний рейс на закате дня. Приглашаем до Аркадии и обратно. Один тщательный вариант. Цена билета 100 гривен. Гости катаются до 7 лет бесплатно. Прогулочка на картере 100 гривен с человека, целый час по волнам. Большой круизный теплоход под названием Viking Cruise. Та-дам! Военное чудо техники под номером 78.
американский корабль на вооружение украинского морского флота. Значит, мощь. Ромашка! Вот здесь хочу! Лучше вон там, блядь, на лебедях, там безопаснее. Или вон там. Красотища-то какая! Пиздец. Ну, лимон.